беседка из липы мелколистной, сорт Green Spire. То есть здесь мы видим, что 6 деревьев, да, она состоит из 6 деревьев, из 6 сегментов. Вот такой уже обхват. Обхват здесь получается где-то, наверное, даже 40, да? 35-40, да? Я думаю, это все-таки 25. 25-30, да, вот так? Да, около 25. Да, вот смотрите, то есть беседка готовая, то есть как она, производство этой беседки происходит? То есть сначала вот такие заготовки из металла, да, оказывается. Вот. Дальше на эти заготовки растягиваются, ну, крона деревьев. Вот, я так понимаю, что это пока не готовый, да, материал? Это еще в процессе производства? Она в этом году будет полностью готова. Угу. Вот эти полости, они заполнятся стрижкой. Ага. И растение клиенту отгрузится отдельно с каждым горшком. Ага. Элементы металлические между собой соединены болтами, ага, скреплены. И они разъединяются, отгружаются по отдельности 6 сегментов. И на месте уже либо в садовом центре, либо на ландшафтном объекте в саду они высаживаются, достаются из контейнера, высаживаются и соединяются так вот, так, точно так же, как сейчас стоит она здесь. Угу. А неужели вот эти все полости, сейчас конец июля, можно сказать, все заполнится к осени, да? Конечно, это как раз последний год производства, этот объем должен зарасти, и в процессе стрижек и фиксации ветвей все заполнится. А сколько она уже в производстве, вот это именно? Это четвертый год. А, четвертый год, да? Так, а скажите, пожалуйста, примерно какая розничная цена вот этой беседки? Примерно, порядок цифр. А, о, 700 тысяч. Ну, вот, видите, 4 года и готовый уже этот, готовый беседочек. Сейчас я ее со стороны сниму. Вот, это мы, я повторюсь, мы находимся в питомнике топиарных форм и садовых бонсай Ниваки. Вот такая, липа мелколистная, сорт Green Spire. Кстати, отгрузка, я так понимаю, прям происходит вот так, все это в горшках, в контейнере идет. И дальше, я так понимаю, посадка, я просто, опыта нету еще по посадке пока таких беседок. То есть отдельно каждое, ну, дерево, так скажем, высаживается, да? То есть это, вот эта форма, металл сохраняется, да? Она, эта металлоконструкция будет всю жизнь, да, с этим, да, растением, да? Не снимать, угу, проверять только вот эти завязки крепления, угу, к стволам и к ветвям, угу, чтобы не фиксация вот эта не врезалась в кору. Это очень, угу, важно. Это делается при во время сервиса, во время стрижек, угу, сразу проверяются все крепления ветвей к металлу. Угу. И понятно, что обслуживание данной беседки, это стрижки, они дальше идут вместе, да, уже задача, по жизни с этой беседочкой. Задача профессионалов, угу, которые на месте, на объектах, угу, уже следят за агротехникой, за обработкой, угу, и за поддержанием формы. Все. Понятно. Вот, смотрите, вашему вниманию беседка такая. Красота.